мальчики, вы что там, по новой методике собрались? Мы вообще пойдем корюшку жарить. Корюшку жарить? Да. Слушай, ну этот вообще такой деловой сидит. Ну да. Бери. Самый главный. Повар. Сидит на разделочном столе, и кто его сюда пускал, понять? Да. Рома, так это икра, зачем ты икру с корюшки вытаскиваешь? Дай пальмы корюшки поесть, икры. Я вообще не понимаю, зачем корюшку разделывать? Большая корюшка. Ром, я, конечно, понимаю, у тебя своя методика. А этот сидит. Икру из-под корюшки ест. Да я бы сама бы ее съела бы. Даже вот такую сырую. Ну так присаживайся. Чего? Присаживайся. Куда? К под печку. Федя! Вообще, что кот делает на разделочном столе? Мне это непонятно. Икру ест. Нет, то, что он ест икру, это понятно. А вообще, какого хрена кот сидит на разделочном столе? Ну, ты же его разрешаешь. Ничего не разрешаю. Никто не спрашивает у меня. Да? Угу. Красота. Мальчики работают.